Петропавловская поселка. Село, переходящее в город Киев. Вот где дымовая, где труба котельная, там и метро Житомирская. Ну и в принципе там уже Киев. Сейчас зима, минус 5, наверное, на улице. И в принципе вот так. Так. Новый старый год заканчивается, 2015. Вот уже салют по наступающему 2016. На кольцевой это или ближе? Нет, это в частных домах. Частных, ну, Борщаговки, да? Да, красиво. Закончилось, видно. Ну вот такой Борщаговка. Вечером, точнее, так выглядит предновогоднюю ночь. Точнее, уже новогоднюю ночь, можно сказать. Вот там красные на зданиях тоже. Киев, красные огни это, потому что недалеко, точнее трасса идет на Борисполь аэропорт, поэтому те огоньки на домах указывают направление. Вот так вечером выглядит 1 числа. Первый день нового 2016 года. Там видно вдали Пражский квартал. И огни на многоэтажках в Киеве. Это, можно сказать, маячки для самолетов, которые летят в Борисполь, с Борисполя. Аметист освещает свои дома вот такой подсветкой светодиодной, но построенной. Ну а люди, в смысле, тоже в своих частных домах, как могут, так тоже занимаются подсветкой. Точнее.